На мне нужны амфетамины и кислота. Наркотики не пепсикола. Забудь про опиаты и листья коки. С нами энерго зерного молодежной эпохи. Пепси! Дай мне. Что, собственно говоря, дать? От каждого по возможности. Схема передачи простая. Я иду к тебе, а ты приходишь ко мне. Дай мне. Президент MTV Билл Роди приехал на фестиваль с сугубо корыстными целями, ибо каждый конкурс для него – это поиск новых неожиданных музыкантов. Что такое MTV? А мы не будем рассказывать, что это ведущий телеканал мира, который сделал больше всего для развития мирового шоу-бизнеса и поп-музыки вообще. Для нас это была сказка, с которой хотелось соприкоснуться, и Мекку, в которой совершить паломничество. Но этого не потребовалось. MTV сам пришел к нам. On the behalf of MTV, I would like to present this gift to the group Green Grey for being the youngest participants, and I look forward to seeing them on MTV very, very shortly, and being the next stars, and they're from the Ukraine. MTV. И две важные вещи, которые дал MTV миру. Это лозунг Free Your Mind, который во многом созвучен нашим взглядом на мир, тому, что мы подразумеваем под новой молодежью, новой Европой. Что такое MTV? Телесериал Beavis and Butthead. Shut up, Butthead. Музыкант должен быть не просто красивой картинкой. Его образ через видеоклип должен проникать в души людей. Вот за этим он и приехал. Wow! Wow! I'm so cool, I'm so fine, I'm from the Ukraine, not from China. By my cool and an original style, let's tell them we didn't start the fire. Украина – это независимое государство. Мало того, с недавнего времени это член ЕС. Это молодое, перспективное европейское государство. Миссия группы Green Grey, миссия проекта Green Grey,
это создание пласта молодежи в новом европейском государстве. Каждый шаг в проекте «Грингрей» направлен на воспитание молодежи, духа новой сегодняшней и завтрашней жизни. Ша-ла-эл-а, ша-ла-ла! Ша-ла-ла! Ша-а-эл-а – это сокращенная аббревиатура. Шанс абсолютно лишиться амбиций. Ша-а-эл-а. One, two, ша-ла-ла! Ша-ла-ла! Come on! Я очень рад, что я кручу по радио группу Green Grey. These guys. Мне в ней нравится то, что это хороший коммерческий молодежный проект. Они не похожи ни на кого, они своеобразные. Это молодые современные ребята. Главное, что они профессионалы. My friends Green Grey. What did you say, Bubba? Релакс! Вот здесь и произошла первая наша легендарная встреча с фенами. А фэнер, мы любим вас. We are Generation X, another big generation. Listen and enjoy! Мы любим вас. Ну что, увидимся на концерте? Я не знаю, что я не знаю.
А это Джузи. Я прежде всего хочу поблагодарить Господа Бога за то, что Он свел меня с этими людьми. Одна из многочисленных направленностей нашего проекта – это экологическая акция. Гринрей. Гринпис. Если вы с нами, если вас беспокоят наши проблемы, это и ваши проблемы, идите за нами. Если хочешь, ты иди со мной. Я люблю вас, Грин Грей. Энергия, краса и долгие-долгие косы. Они прекрасны. Я думаю, что это хорошая, нужная главная группа и вовремя. Грин Грей, Грин Грей, they're a great band.
Толя. Ты где, Толя? Толя. Слышишь меня? Толя, Толя. Толя. Ты где, Толя? Толя. 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 Ты где, Толя? Толя. Слышишь меня? Толя, помнишь меня? Знаешь меня. Ты. Тум-тум-тум. Вот и он, якобы он, долгожданный он. Он? Джемикс. Джемикс, чемпион. За карамахом микрофон, магнитофон, диджей. Потому что в Джемиксе Грин Грей. Толя, Толя. Толик, специально для тебя. Featuring Грин Грей. Йо-йо-йо, Джемикс, любим, любим. Чудо-остров. Они очень далеко пойдут. Я их очень люблю и посылаю им огромные, страстные французские поцелуи. Это молодежная музыка, побольше бы такой музыки, чтобы вы были и были. Green Grey, good luck. Энерго-эквалайзер. Энергайзер-гармонайзер. Энерго-эквалайзер. Самый лучший энергайзер. Энергайзер-гармонайзер. Грин Грей. All in the house. И не позабывать бы нарвать первый. Ты первый вечер, первую встречу. Можно было бы назвать себя, но нет об этом речи. Мой дом сегодня опустел. Под дождем и пойдем. Под дождем и пойдем.
снова думай дважды. Снова вспоминая о тоске вчерашней. Мой дом ночью этой опустел. А до буквы я двигаюсь легко, я все быстрей. Тра-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ли. Мы на волне, нам невероятно, нереально высоко. Пусть я не понимал тебя, но это было далеко. Подождем, подождем. Подождем, подождем. Подождем, подождем. Подождем и пойдем. Подождем, подождем. Подождем, подождем. Подождем, подождем. Подождем и пойдем. Об этом от нас не уходит. Что было, что будет? Что было, что будет этой ночью? Забудем, будем мы с тобой разбудим. Мой дом ночью этой опустел. И все-таки я не буду говорить то, чего не понимаю. И не буду воспринимать то, чего не принимаю. Королева, я маленький, всегда с нами рядом. И ты будешь всегда в моих мыслях. Подождем, 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 подождем и пойдем. Подождем, 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 подождем и пойдем. Мне. Что, собственно говоря, дать от каждого по возможностям. Схема передачи проста. Я иду к тебе, а ты приходишь ко мне. И это не сон, ебануки ты и тюлени, очнись, дурачок. Stupid! Ты не то спел вообще? Как это? Подождем, подождем.
подожжем и взорвем. Секунда, кадр откуда? Секунда, кадр отсюда. Секунда, кадр откуда? Откуда от верблюда? Это бау-бам, под которым завеса. Это бау-бам, по неволе подбирает. Это бау-бам, ничего не понимает. Это бау-бау-бам. Это бау-бам, под которым завеса. Это бау-бам, ничего не понимает. Это бау-бау-бам. Это бау-бам, под которым завеса. Это бау-бам, по неволе подбирает. Это бау-бам, ничего не понимает. Это бау-бам. You know what I'm about. What to say about my mom?